Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 91-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. В этом уроке я хочу вам показать классный виджет, который позволяет делать такие круглые фотографии. И самый главный эффект этого виджета, что при наведении на картинку, картинка улетучивается, всплывает такая подложечка, где вы можете разместить свой текст. И самое главное, что таких эффектов очень-очень много в данном виджете. Много красивых эффектов. И вы можете применить где-нибудь у себя на лендинге. Главное примечание сразу скажу по поводу виджета. Ваша фотография, картиночка должна быть квадратной. То есть ровный квадрат. Ее лучше всего, наверное, вам будет обрезать в фотошопе. Круглый ее дел совсем не обязательно. То есть она... В виджете круглый становится автоматически. Квадратную картинку нужно делать для того, чтобы картинка, фотография ваша не искажалась. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки данный виджет я перетаскиваю на холст. И давайте рассмотрим настройки данного виджета. Первое поле Link to Click. Здесь вы указываете просто свой адрес сайта или какой-то другой адрес, куда вам нужно, чтобы человека перенаправили. То есть по клику, по этой вот подложечке, когда выскакивает при наведении, можно перейти на сайт. Дальше вот здесь вот ответственный момент. Смотрите, фото URL, то есть как подгрузить свою фотографию. Вы идете в файл и нажимаете «Добавить файл для передачи». И загружаете с компьютера в Muse свою фотографию, картинку. Далее. Все картинки у нас помещаются в специальную папочку под названием Assets. Вы вот здесь вот пропишите вот такое значение. Assets, потом косая черта, слэш, и название вашей фотографии. То есть у меня она называется 6 и расширение у нее PNG. То есть обязательно нужно вам указать расширение картинки. Если вы все сделаете правильно, она у вас отобразится. Если нет, то картинки не будет показано. То есть вот как у меня, смотрите, assets, косая черта и название вашей картинки, точка и ваше расширение, PNG, JPEG и так далее. Давайте нажму Enter и посмотрим. Посмотрим, подгрузилась ли у нас картиночка. Да, видите, картинку видно, у нас все хорошо. По умолчанию вот такой эффект. Дальше идет, видите, подложка красная, да, это у нас все меняется. Третье поле у нас, кликаем по списку, и здесь очень-очень-очень много всевозможных эффектов. Здесь, чтобы узнать, какой эффект, вам придется выбирать эффекты и смотреть, как он отображается. Я взял наобум. И вот он как раз Hover Background, то есть при наведении заливка вот этого круга красная. Здесь меняете оттенок на свой. Например, серый цвет, это у нас код такой. 3D. И давайте посмотрим, сработало ли. Вот такой эффект. И видно, что здесь у нас серая подложечка. Вот как раз, когда я говорил ввести ссылку, куда человека, чтобы перенаправить, вот по этой подложке, если я кликну, меня перенаправит на сайт, который я указал в первом поле. Дальше, фото title. Смотрите, вот на подложке у нас выскакивают два текста. То есть title — заголовок, верхний текст. Вписывайте здесь какой-то текст, который вы хотите, чтобы отображался. Дальше к нему идет title color, то есть это цвет для заголовка. Также вписывайте свой оттенок. Следующий параметр — размер вашего заголовка. Здесь устанавливается стрелочками вверх-вниз. То есть вверх увеличить размер, вниз уменьшить. Фонд – это шрифт для заголовка. Здесь уже целый список. Выбираете на свое усмотрение. Тайтл – декорация. Если кликнем, это у нас как бы такая линия. Будет текст подчеркнутый. Потом, например, вот этот вот зачеркнутый. А тут линия будет, по-моему, под текстом. Просто полоска под текстом. То есть сейчас по умолчанию отключено. Тайтл – трансформ тоже отключено. Здесь просто поиграйтесь, посмотрите, какой эффект будет. У меня эти поля отключены. Следующие параметры – это все параметры для вашего текста. То есть это второй текст, который ниже идет.
Здесь вы вписываете свой текст, удаляете все содержимое и пишете свое. И аналогичные параметры, как для параметра title, здесь присутствуют для текста. Color, цвет для текста, также размер для текста, здесь шрифт для текста и такие же параметры декорации и трансформации. В принципе, вот они все настройки. Потом, если вам надо несколько делать, вы зажимаете Alt, левой кнопкой мыши зажимаете и делаете дубликат. Потом идете в файл, добавить файл для передачи, загружаете второе изображение для второго вот этого круга. Здесь не забываем прописывать после Assets название вашей фотографии и расширение. Если нужны для второго круга другие эффекты, вы здесь все настраиваете уже без проблем. В принципе, на этом все. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте, ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!